подтверждение к решению данного заключения будет выдано последующие испытания для дачи объяснений по данному факту. По подозрению к решению данного заключения, соответственно, на причастность данного заключения будет неизбежно последовать знание выделения полиции для дачи объяснений. Я вас не слышу. Можете подробнее? Вы не выполняете законные требования. Вы не выполняете законные требования сотрудников полиции. Закону требуют сотрудников полиции. Отказываетесь? Не слышу вас. Отказываетесь? Нет? Тогда будьте любезны выйти из автомашины. Уважаемые граждане, я вам представился. Будьте любезны, пожалуйста, выйти из машины. Вы проследуете вместе с нами в отделение полиции для дачи объяснений. Отказ вас подъедет в отделение полиции. Мы вас доставляем в отделение полиции. Здравствуйте. Что проблема? А я это сам. А что вы подходите-то? А что? Я помогу с дистанции 1.5 метра, уважаемый. Не-не-не-не-не, я лучше пойду. Я местный житель. Старший Жан Сурков, будьте добры, ваши документы, гражданин. Да пожалуйста, возьмите. Доставьте ваши документы. Пожалуйста, сейчас принесу.